Все, встали. Ну да. Это просто мы предыдущий догнали. Все-таки. Уважаемые пассажиры, просьба... Замечательно. Поезд скоро отправится. Блин, надо было на Бибиево выйти. Чё? Чё? Уважаемые пассажиры, будьте осторожны, поезд отправляется. Я уже, честно говоря, волноваться начал. Так как такие остановки в туннеле меня дико пугают. Хотя я прекрасно понимаю, что просто-напросто мы догоняем впереди идущий поезд. Вот из-за этого мы и останавливаемся. Кстати, мы где-то полминуты стояли. А, ну да, где-то там. Мне очень крипово, пипец. Я лучше потом на МЦД поеду. Ну его, Ваню. Да еще и час пик начинается, ну, нормально вообще. Сейчас, погодите. Все?